День крутится загрузочной строкой, белесый, влажный, светло-голубой, зависли мысли дым от сигареты, осядет желтизной на пальцах. Не пялься в монитор, там виртуальные монеты, на них в пятерочке не купишь бич-пакеты, гудки на линии не превратятся в разговор. О, идол, муза, эх, мечта, когда бы мог вас обналичить в простом бытовом обличии, то был бы счастлив я. Ну а пока на улице тепло, в квартире пусто, пакеты на полу, а в них морковь, капуста. Вставай, пора идти. Ну что ж, встаю. Тройка едет через мост, музыка Синатры, Цоя, муза босс. Сзади мальчик, словно музыкальный гномик, прячется у кресел за спиною. Мой смартфон не модный, как тектоник, он разряжен, словно мы с тобою. А трамвай все едет, едет по Москве, ночь как тень от перевертыша столицы. Междуденье. Я устал смотреть в чужие лица, еду я к тебе, а трамвай трясется и искрится, и сломался, и его съедают тени. Но водитель, баба в спецодежде, желтая жилетка, женщина за 30 и в очках, шанс дает движению, мы в надежде, ведь никто не хочет тенью стать столицей. Нет, она не баба, бабочка. И благодаря ее усилиям я попал домой и лег спать. Наверное, что-то романтичного хотите, да? Судя по вялости аплодисментов, что-то другое хотите. Ну ладно. Да ладно, что есть, то есть, в конце концов. Я так спросил, формально чисто. Другого-то не будет. Но связь ужасная. С новыми стихотворениями сложнее. Сейчас. Геройский суп, без соли и без мяса, иллюзий масса, только пустяки горят подольше вечного огня, и плавятся медали и значки отличий в очереди для инвалидов, ветеранов вой, что нету денег громче песни боевой. Охранник магазина чует вонь времен, блокадницу до смерти заподозрил он. Герой в России вовсе не почет. Кадров дефицит, фатальный недочет. До боли ладный, правильный отчет.